продолжение той же линии, что началась со сносом памятников Ленину, как вы считаете, Игорь Борисович? Ну, конечно, это такое идеологическое очищение, которое не может быть одноразовым. Вот как старые храмы восстанавливают, снимают первый слой краски, увидят фреску, а потом оказывается, что под этой фреской еще фреска, а под ней вот настоящее подлинное. Вот и здесь освобождение от мифа от Ленина, освобождение от коммунистической идеологии, от компартии. Ну, вообще, насколько нужно быть одураченным, чтобы отстаивать Ленина, отстаивать мумификацию и мемориализацию Ленина. Ни один ленинец, с кем бы я ни разговаривал, не привел ни одного настоящего удода. А что, собственно, сделал? Ведь Ленин незаконно захватил власть в стране, которая была крайне успешной, выходила в мировые лидеры, уничтожил огромное количество людей, его Ленина, его сторонники. И в результате государство рухнуло. К чему поклоняться? Абсурд какой-то.